В педагогическом университете прошел дебют первокурсников. Потенциальные ученые демонстрировали свои творческие таланты. На ежегодном концерте ребята читали стихи, танцевали, шутили. Желающих выступить на главной сцене университета было много. Стоит отметить, что с каждым годом растет не только количество талантливых студентов, но и тех, кто в дальнейшем связывает свою жизнь с образовательной деятельностью. Получение профессии высшего образования и профессии учителя, особенно учителя начальных классов, воспитателей, учителей предметников сейчас. Это достаточно престижно, потому что школы, детские сады хорошо принимают выпускников нашего вуза.